Тирам, большое спасибо за донат. Почему отношения могут быть между всех этих манипуляций? Я не понимаю, почему такое. Это же на нервы ужасно действует. Зачем человеку вообще-то делать? Они не понимают, что некомфортно. Смотри, кто-то задал вопрос тоже правильный. Кто, какая вообще идеальная как бы чика для отношений, в которой будет просто все супер ровно, классно, идеально, и будет полное взаимопонимание. Так. И ответ как бы был очень простой. Трапыч. Все. То есть, поэтому, как бы, если ты будешь тусить с переделанным чуваком, у которого душа другая, но есть Тити, там есть Вагиныч и прочее, но это бывший чувак. Вот с ним будет все классно. То есть сможешь прям сварганить, вообще, не знаю, бизнес совместный открыть и душа в душу прожить, как бы, всю жизнь до упора. То есть, поэтому вот только так. Женщина будет постоянно геморрой. Игрище. Постоянно игрище. Она будет тебя все время проверять, тестировать, как бы, что-то где-то слабину, если ты какую-то дашь, малейшую, если ты, ну, просто ты можешь 20 лет шикарно все делать, потом где-то в одном месте ты обосрался, не знаю, там, не туда свернул на тачке, что-нибудь тупануло, там, и все, начинается хавчик, ну, и прочее. Поэтому, в общем, геморрой. Блин. Ну, сомневаюсь, если честно, что с Трапычем получится. Будет хорошо наладить. Но совет интересный. Будем в курсе. Ну, идеально подходящий для отношений. Короче, там весело на стримах, я понял.